С начала сезона полевых работ в селах Карасу, Акталай и Кызылту от Башинского района не хватало воды для полива, что, естественно, влияет на получение хорошего урожая. Дыхань попадали даже в убытки, но теперь эта проблема осталась позади. На выделенные деньги отремонтировали 900 метров канала, а также заменили специальные резины. Также построили дамбу, применяя габионные сетки. Помимо этого установили трубы протяженностью 64 метра и шириной 80 сантиметров. Ирригационный канал Ташрабат был построен в 1980 году. Состояние было плачевное, требовался ремонт. Здесь по нормативу скорость течения воды должна была составлять 1000 кубометров в секунду. Однако вода протекала вдвое медленнее. Сегодня дыхкане очень рады, что их проблема решена. В 2017 году мы написали проект фонду Агахан. Нас поддержали, но сказали, что на все не смогут выделить средства и попросили, чтобы рабочие были с нашей стороны. Мы согласились, и вот и построили. Теперь этот канал обеспечивает поливной водой 1500 гектаров земли. Средства на это были выделены со стороны посольства Австралии в Москве. Общая стоимость проекта составила 3 миллиона сомов и была реализована в рамках фонда Агахана. Ранее ирригационный канал мог обеспечивать только 600 гектаров земли. После ремонта стал обеспечивать 1000 гектаров. Протяженность канала составляет 19 километров. Большинство каналов в Атбашинском районе нуждается в ремонте. По словам местных жителей, проблема нехватки воды назревает и в этом году из-за малого количества осадков. Гузянурматқызы Эрнис Умралиев, Нью-ТВ, Нарынская область.